Всем привет! Более 3 лет назад я собрал себе электровелосипед для поездок на рыбалки. В этом видео соберу новую мощную батарею и посмотрим на износ мотора. Итак, первые батареи, которые я покупал, паял их с помощью паяльника. Емкость у них упала более чем в 2 раза. Я ее не жалел, ездил и по болотам, и по снегам, и под крутые горки. Новую батарею я буду собирать из высокотоковых аккумуляторов Boston Power. Ссылку, где я покупал эти батареи и другие компоненты, оставлю в описании. Провожу цикл заряд-разряд, чтобы узнать емкость каждой банки. Все батареи соответствуют емкости, что указано на сайте. На каждой ячейке записываю точную емкость. Далее емкости всех батарей через запятую ввожу в таблицу автоподбора на этом сайте. Из досок сбил каркас по размерам бокса, куда должны поместиться эти батареи. Схема выглядит так. В каждой параллели 5 ячеек и таких 10 штук. На обеих сторонах батареи обмотаю изолентой. Нужно это для того, чтобы был зазор между банками. Фиксирую термоклеем. На минусовой контакт наклею диэлектрическую прокладку. Пришло время контактной сварки, которую я делал в одном из видео. Кто не видел, подсказку оставлю в правом верхнем углу. Соединять ячейки буду никелевой лентой 0,15 мм. Отмеряю и отрезаю нужные отрезки. Обезжирю контакты. Алмазным накелем подправляю контакты на сварочном. Ставлю ток на 60% и время 0,2 миллисекунды. Произвожу сварку. На каждую клемму я ставлю по 6 точек. Банки в параллели соединяю между собой перемычками для лучшей токоотдачи. Спустя некоторое время батарея почти готова. С моей старой батареи снимаю БМС-плату с балансировочными проводами. Силовой провод от БМС B- припаиваю паяльником к шине. Полметровый отрезок высокотокового провода припаиваю к другой шине. Устанавливаю шины на батарею и прихватываю сваркой. Приклеиваю БМС-плату. Провожу балансировочные провода согласно этой схеме. Балансировочный черный провод от БМС присоединяю к B- на батарее, а потом по очереди к каждому плюсу от параллели. Полметровый высокотоковый провод на 7 АВГ припаиваю к P- от БМС, он будет идти к контроллеру электровелосипеда. Провода приклею термоклеем к батарее, чтобы ничего не болталось. Из тонкого диэлектрического пластика делаю защиту для батареи. В нижней части делаю отверстие для вентиляции. Наношу термоклея, не жалея, и прижимаю к корпусу батареи.
Углы обклею армированным скотчем. Таким образом, я защитил батарею от возможного удара. Снизу этот провод идет на зарядку, а эти к контроллеру. Провода идут общие. На двухсторонний скотч наклею вспененную пленку. Она смягчит вибрацию при тряске. Отрежу часть угольника с бокса, чтобы вошла батарея. Заднюю стенку в боксе я прикрываю вспененной пленкой. А снизу, там где идут два болта крепления для бутылки, прикрываю пластиком, посажу его на термоклей. Решил я бокс снять и отделать его самоклеящейся пленкой под карбон. Устанавливаю батарею в бокс. Закрываю крышкой. Контроллер я закрепил снизу багажника, возле седла. К нему приклеиваю полуавтомат на 16 ампер. Провожу осмотр мотор-колеса. Снимаю самодельный держатель дискового тормоза. Раскручиваю болты. Вытягиваю статор. Состояние пластиковых шестерней в принципе нормально. Смазываю силиконовой смазкой. Также кольцевую шестерню на роторе. На следующее утро выехал тестировать мощь новой батареи. Камыш практически по пояс. По моим подсчетам, за 3 года я накатал минимум 15 тысяч километров. Срок службы новой батареи должен составить от 7 до 10 лет. С учетом того, что я ее буду правильно заряжать, то есть недозаряжать на 20% при каждой зарядке. Ребята, если видео понравилось и было полезным, поддержите лайком. Спасибо за просмотр. Всем пока.